Всем приятного аппетита! Вот. О! Она кислая, она протухла. Я не пойму. Я обосрусь просто. Нет? Он предлагал за Сабрине хреновину. Я тебе сказала, погрей что-нибудь и покушай. Он ничего не ест вообще никогда. Там огурец валялся на столе. Он огурец срубал. И все. Понимаете? Он ничего не хочет. Мам! Дай, пожалуйста, хлебную. Спасибо. Бери вилку рядом и бери. У тебя вилка есть. Держи опять. На вот так выйти, вот так все. А что ты хочешь? Он твое хочет. Да. Она когда с ним делится, она не наедается. А что, тебе салатик не понравился? Максут? Вкусный салатик. Мама. А? Ай, детка, где мой? Дереколь делает. Боже мой. Ну ты как? Ты будешь горячий и холодный? Холодный. Ты горячий? Нет. Горячий еще лучше. Нет. Холодный. Ну дай ему холодное свое, я тебе еще сделаю горячее. Холодный, дай ему, а я тебе сделаю. Заринка. Надо Заринка вот это. Нет, говори. Ничего. Спасибо. Счастье не будет стоить.
Спасибо. Ну, нормально же. Кислит маленько для меня. Ну, она острая, классная. Спасибо. Приятного аппетита. Кто еще ест? Мам, спасибо. На здоровье. Ладно, оставайтесь, и мы останемся. Помашите ручкой. Пока.